Символічну червону стужку перерезали губернатор в області Геннадь Соловей і мер Гомеля Петр Кириченко. Спортивний комплекс на вулиці Портовой почав працювати у 1964 році. Про 45 годов у 2009 його закрили на реконструкцію. З перепинками за відсутності фінансування яна довжилася більш за 11 годов. І на весь гэты час головна кузня спортивних кадрів у регіону фактично не мела власної тренувальної бази. У 2019 році було прийнято рішення, що об'єкт треба завершити. Гроши больше за 4 миллиона рублей вылучили по областной инвестиционной программе. Зараз это одна из самых буйных, а главное шматфункциональных тренировочных баз. На сегодняшний день могу сказать с уверенностью, что это самая лучшая учебно-тренировочная база в Гомельской области. Объект предназначен в основном для проведения учебно-тренировочных занятий для спортсменов высшего звена. Это училище Олимпийского резерва. Ежечасно тут может находиться порядка 145 человек и проходить подготовку в 7 спортивных залах. Таких магчымасцей не мае ні адзін спортаб'ект у вобласці. 25-метровы басейн, 6 спецыялізаваных спартыўных залаў, медыка-аднаўленчы цэнтр і велабаза. Пасля рэканструкцыі спорткомплекс сваёй спецыялізацыі не змяніў, а вось функцыянал павысіў. На яго базе можна праводзіць трэніроўкі па 11 відах спорту. Двухразовая чэмпіёнка свету па сучасным пяціборгі Ірына Прасянцова свой шлях да спартыўных вяршынь пачынала ў сценах гэтай установы. Па яе словах, у Гомелі нарэшце з'явіўся дом пяціборя. В Гомеле созданы условия для пятиборья полноценного. Мы можем тренироваться в одном месте практически. И есть фехтовальное место для нас, и стрелковый тир, и плавательный бассейн. Все в одном месте. И отличный евроремонт. И это очень радует, что теперь у пятиборцев есть свой дом. Он придаст, во-первых, больше сил на то, чтобы тренироваться, а не перемещаться с спортивной базы на спортивную базу. По слову Геннадия Соловья, работа по обновлению існуючих и будовництве новых спортивных объектов у регионе протягнется. У жнивни в Новобелецком районе Гомеля после реконструкции открыют бассейн с дюшар номер 7. Далее на чарзе бассейн «Дельфин». Перспективы у нас еще есть другие объекты. Всех волнующий нас «Дельфин», который располагается на Речицком шоссе. Мы будем в следующем году рассматривать, принимать решение, что с ним дальше делать. Он же закрыт длительное время и в аварийном состоянии находится. Но мы примем решение и однозначно там бассейну быть. До речи, магчимостями обновленного спорткомплексу смогут користаться не только профессионалы. Двери, отчиненные для всех аматоров спорту. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».